Thank you.
считаю, что мне в моей судьбе творческой и личной очень повезло. Я встретилась с прекрасным педагогом, с прекрасным человеком, с выдающейся балериной, в прошлом Ольгой Николаевной Моисеевой. Это прекрасной души человек, прекрасных творческих качеств. И все, чему научили Ольгу Николаевну Моисееву в ее творческой жизни, она все это передает мне.
Попробуем сезона, да? Вторую часть. Да, надо выше немножко встать. Первый раз был ничего. Тарам-парам. Ручки мягче. И... Вдохнула? Возьмем вторую часть, да. Раз. Два. Свободной ногой. Вот хорошо. Свободной ногой. Вот так. И остановись. Понимаешь, вот ты сейчас сделала, из тех раз у тебя был, вот последний раз был очень приличный. Обязательно надо, во-первых, конечно, крепко держать спину и свободную ногу пускать, не зажимать ее. Я хочу, чтобы ты взмах вскочила свободной ногой. Раз, не боясь. Два. И спиночку на бочок. Раз. Крепко держать спину. Два. Раз. Два. Три. Четыре. Сразу с руками. Раз. Раз. Держим крепенько спиночку. Ничего. Ну, давай поделаем. Просто отдельно поделаем. А можно на четыре песни что-нибудь Thank you.
Театр 13 лет не был на гастролях в Париже, во Франции. Это были очень ответственные спектакли. Я открывала гастроли балетом «Жизель». Также я танцевала спектакль «Белый акт» «Лебединое озеро» и «Собор Парижской Богоматери». Конечно, самое волнительное было для нас то, что мы привезли французский спектакль на его родину. Этот спектакль поставлен французским балетмейстером Роланом Пети. Этот спектакль привозили к нам в Ленинград труппы «Гранд-Опера», «Марсельского балета». И мы, конечно, очень волновались. Ролан Пети присутствовал на этой премьере и после первого акта запретил даже поднимать занавес, как он говорит, чтобы не спугнуть успех. И когда спектакль окончился, то парижская публика с большим теплом приветствовала наш спектакль и благодарила нас за наш спектакль.
Я участвовала вместе с Ольгой Николаевной Моисеевой на 2 международных конкурсах артистов балета. И самая большая ответственность, конечно, была на последнем конкурсе в Японии, где мы участвовали на международном конкурсе артистов балета в городе Осака. На конкурсе мы танцевали с Володей Петруниным под две «Дон Кихота», «Лебединое озеро», второй акт. Мы танцевали «Жизель». Юрия Николаевича Григоровича мы танцевали «Легенды любви», «Монолог» и «Адажио». И когда мы с Володей выходили каждый раз на сцену, когда объявляли 21-я пара «Советский Союз», Владимир Петров и Галина Мезенцева, то мы всегда очень волновались и говорили: «Володя, держись, за нами Москва».
Где бы мы ни были, в каких бы странах мы ни танцевали, мы всегда стараемся как можно лучше
показать наше искусство, предоставить его зрителям, чтобы нас оценили по достоинству наше советское искусство. И, конечно, когда кончаются гастроли, то мы уже с большим волнением и ожиданием едем обратно в наш родной театр, в родной Ленинград, встать опять на нашу родную сцену.